Сегодня мы сделаем еще вам один подарок. Мы сегодня с вами окончательно распрощаемся с диагнозами. Мы с вами не врачи. Ну, вы сами не врачи, мы врачи, да? И вы не можете лечить людей. И с этим словом надо навсегда покончить. Так вот, мы хотим создать технологию, мы ее уже практически создали. Я врач, и я знаю 1049 технологий лечения болезни. Потому что у нас есть 1049 диагнозов, 1069 диагнозов. И как врач за 40 лет, я 40 лет в медицине, я их знаю. Есть технология лечения диабета, есть технология лечения рака, есть технология лечения, там, ну, не знаю, рассеянного склероза, да? Худо-бедно, но есть. Но нам это не надо. У нас одна технология, технология здоровья. Ее не может быть две, ее не может быть три, она может быть одна. Потому что здоровье одно. И она будет необходима и достаточная. Посмотрите, причины заболеваний. Экология, образ жизни, вирусы, грибы, бактерии, гельминты, простейшие наследственность, гипоксия, стрессы, гиподинамия, травмы, возраст, вредные привычки и так далее. 3000 причин. Самое плохое, что они работают одновременно. Причем последовательно. Одни причины уходят, вторые приходят. То есть человек сидит, там, ну я не знаю, какое-то у него заболевание. И на сегодня, здесь и сейчас это одно заболевание. А завтра он еще заболел еще чем-то. Клещ его укусил, ну к примеру. И картина заболевания резко меняется. То есть каждую секунду, каждую минуту что-то в нашей жизни меняется. То ветер подул, то стресс произошел, то отравились, то там еще какая-нибудь, то медикамент какой-то сработал. То есть причины невозможно выяснить, потому что они одномоментны. У нас есть симптомы, их 120. И больше нету. А это радует. Но ни один врач вас не спросит 120 симптомов. Вы слышали, когда вас спрашивали когда-нибудь про 120 симптомов? Ну, максимум 3. Там головная боль, зубная боль, там еще что-то. Слабость, вялость, головокружение, да? А их 120. И пока все 120 не переберешь, диагноз не имеем права ставить. То есть у врача в голове должны быть простроены какие-то взаимосвязи между 3000 причин, между 120 симптомами, между 120 синдромами. Диагностики 100 видов. А врачу дано на нас 15 минут. Вы вышли, у вас уже диагноз есть. Компания предлагает инновационные решения системного подхода. В чем их преимущество? Вот, коробочный подход, это системно-научный подход, да? Сначала я скажу, какие преимущества мы получаем. Первое, простота употребления. Берешь коробку, покупаешь, идешь, ставишь ее на стол и принимаешь. Представляешь, приходит к нам дистрибьютор, мы ему открываем каталог так, красивым жестом, и говорим, смотри, ассимилятор. Он говорит, о, смотри, фан-детокс. Он говорит, о, круто. Смотри, вот тут, например, там, циркуфит. Он, батюшки, ну вообще, говорит, офигеть. Домой пришел, все забыл сразу. Потому что информация, это вот 5 минут ее воспринимаешь, потом нет. Поэтому надо упроститься. Итак, простота, возможность дупликации. Ты взял, он взял, следующий взял. Прогнозируемая результативность. И, конечно, экономия денежных средств, это сейчас очень важно. Экономия времени на ознакомление с продуктом, а этого у нас вообще нет. Существует питание, органы, ткани, мышцы, клетки и очищение. А происходит это в движении. Поэтому чем бы вы ни занимались, если система очищения не налажена, бесполезно. Никакие мышцы не нарастут, если не налажена система питания. Логика железная. Первое, активизация внутренних ресурсов. Второе, первичное очищение организма. Вот здоровый кишечник – это наша цель. Мы чистим как бы кишечник, но мы чистим весь организм через кишечник. То есть на программу вынесена цель. Наша цель – здоровый кишечник. То человек пьет селен месяц, у него все в порядке с селеном, здоровья нет. То потом он цинк пьет еще месяц, селен уже кончился. Потом он начал пить серу. Цинк и селен кончился, сера пришла. Сера пришла, говорит, ну я бы это, но цинка и селена не хватает уже. А железа и не было. И постепенно, когда человек понимает, что ему то одно не хватает, то другое. Витамин В есть, В1 есть, В3 нету. В3 есть, В12 нету. В12 есть, С нету. То зубы выпали, то кости, то волосы, то лапы болят, хвост отламывается. Потому что в организме программа. Люди чистые не болеют. Маленький секрет. Очищенные люди не болеют вообще. Ну если только у них с головой что-то не случится, да? А с головой может случиться, если они неправильно питаются. Оказывается, кишечник работает автономно, с мозгом связи вообще не имеет. Во время стресса отвечает за поедание вредной еды, потому что нужен серотонин.
Оказывается, 95% гормона счастья вырабатывается в кишечнике, а не в мозгах. А мозги только рассуждают, что там хорошо, что там плохо. Да поел хорошо, вот и хорошо. Выпил хорошо, вот и замечательно. А мы сидим там, трактуем, вот у нас денег нет. Это вообще не связано с биологическим организмом. Есть у тебя деньги, нет. От кишечника зависит все счастье человека. Вот прямую, химическую, да? Потому что самый лучший человек, если в кишечнике бардак, ему ничего не нужно. Ни машины, ни дома, ни замки. В кишечнике бардак. Серотонина нету. Ферменты, бактерии, клетчатка. Основа работы организма. Нужно каждому, нужно всегда. Нужно хорошего качества. Один раз взял, будешь брать всю оставшуюся жизнь, потому что это необходимо. Но отдельно клетчатка – это одно, отдельно бактерии – это одно, отдельно ферменты – это одно. Они не работают по отдельности. Клетчатка нужна бактериям. Ферменты находятся там же. Ферменты помогают бактериям, которым нужна клетчатка. В доме, который построил Джек. Все. Поэтому одни пьют ассимилятор, другие пьют хайфайбер, третьи пьют суперфлору. Всем не здорово. Одновременно. Вот в организме все одновременно. Одновременно жизнь, одновременно смерть, одновременно радость, одновременно печаль, одновременно работают витамины, одновременно минералы. Поэтому нужно создать комплексный подход. Понимаете? Вот это очень важно. Вот представьте себе ситуацию. Есть сердце. Я о питании, о дыхании, о движении, о калии, о магнии. Вот есть сердце. Оно весит, ну, 250 грамм. Это мышца, в которой аминокислоты, минералы, витамины, там калий, магний, натрий. Вот представьте себе, вот так руку поднимите дома, дома. Так поднимите руку. И начните ее вот так вот сокращать. Она должна без остановки сокращаться. 4 миллиарда раз. Без остановки. И посмотрите, сколько вы просокращаете. Вот так вот. Час или полчаса. И потом вы подумаете, а как надо заботиться о своем сердце, мама дорогая? А как вообще надо к нему относиться? А что вообще с этим совсем делать? Потому что оно ни на секунду не может отдохнуть. 4 миллиарда раз при 100-летней жизни там. Да еще пульс должен быть нормальный, 72 удара в минуту. А если он 100 идет, так он делает 8 миллиардов раз. Где там у него калий, где там у него магний? Поэтому революционный продукт, который пришел, пентакан, всем нужен. Любому человеку на планете. Вот, сокращайте. Молочная кислота, пожалуйста, замечательно, кислород. Обожрались на ночь. Вот, замечательно. Не дышали, накурились, напились. Сердце там стучит, думает, слушайте, да ну его в баню. Этого Васю. Можете себе представить, ребят, у меня это визуализация, у меня башню снесло 4 миллиарда раз без остановки. Ни на одну секунду. Вот как это? Вот чем сердце кормить надо? Вот представьте, а мы об этом не думали никогда. У всех один и тот же кишечник, у всех одни и те же легкие, у всех одно и то же сердце. Мы точно знаем, что ему надо. Не надо уходить на индивидуальный уровень. Приведи в порядок сначала кислород, воду, иди пошагово. Все само там внутри сложится у тебя. Автопилот. Мы же не смотрим, как у нас кишечник работает. Чем в коме, а кишечник себе спокойно работает, работает, работает. И сердце работает, заметьте. Система здорового образа жизни. Незаменимые питательные вещества в коробочном виде. Это проще, чем ферментировать еду, чем готовить, чем сырое есть. Потому что все, что сырое, обязательно отравитесь. Потому что либо не долежало, либо перележало, либо отравили, сбрызнули. Мы рассказываем человеку, что у нас есть оптимизация водного баланса. Мы идем по алгоритму очищения. Мы говорим, что у нас есть пробиотики. Что у нас есть ферменты, у нас есть витамины на любой вкус, цвет, просто вообще. И моновитамины, и поливитамины. Что у нас есть минералы, это по алгоритму мы идем. И моно, и поли, и любые. Что у нас есть детокс-продукт, что у нас есть противогельминтный, что у нас есть противобактериальные, противогрибковые, жирные кислоты. Они говорят, а что, все это надо брать? Мы говорим, нет. Будете смеяться? Нет. Все это входит в вот эту программу. 19 продуктов, 3 этапа, 15 витаминов, 26 растительных компонентов, пробиотики, 8 ферментов,
Аминокислоты: таурин, карнитин, 11 минералов, лецитин, полиненасыщенные жирные кислоты. Все в этой программе. Цена этой программы около 4400. Итак, программа, три этапа. Первый этап. 10 блистеров. Вот таких вот. Значит, что такое блистеры? Блистеры — это когда вы не будете покупать теперь не целую банку, а, например, вот столько штук. Следующий этап. Первый этап очищения, паразитарка, размягчение, обработка, выведение там, и так далее. Второй этап. Совершенно другой. Оптимизация пищеварения. Здесь уже будут другие продукты. И третий этап. А вот третий этап — это уже будут питательные, 47 питательных веществ. И что меня больше всего радует? Ну, во-первых, это полный эксклюзив. Вы можете смело говорить, нигде в мире ты такого не найдешь. Вот есть пищеварительный процесс. Он вот разложен четко, да? В него должны входить ферменты, бактерии, сорбенты, витамины, минералы, вода, клетчатка. То есть без одного из этих, вот как сомножитель, будет ноль. Вот нет клетчатки – ноль. Нет сорбентов – ноль. Нет ферментов – ноль. Сомножитель на ноль будет ноль. Вот в организме большая сложность. Все должно быть одновременно. Одновременно. Потому что кто-то пьет, кто-то бегает, долго не живет. Кто-то чистится, уже до дыр прочистился, долго не живут. Кто-то, значит, защищается, кто-то питается. 300 систем уже прошел, уже последнее, сыроедение, веган, моносыроед. Все равно здоровья нет. Так надо одновременно и питаться, и двигаться, и очищаться, и защищаться. Так же и в организме. Один витамин В ничего не решит. Нужно все 12. Один минерал ничего не решит. Нужно все 19. Одновременно. С рождения и до смерти. Другое дело, что это нужно из питания все получать. У нас компания, это было около 1 миллиона потребителей. И ни лидеров, ни дистрибьюторов, ни бизнес, именно потребителей. Там, члены семьи и так далее, и так далее. И вот эта вот система, которая апробирована, она апробирована на десятках тысяч результатов. То есть за 18 лет у нас накопились просто потрясающие, колоссальные результаты. Потому что если вы сейчас говорите, а лецитин, у них дешевле, а у них дороже, а у них это, а у них то, у них 25-е, да? Смело можете говорить, такого нет нигде. Внутренние алгоритмы. Внутренние исследования. Это очень хорошо. Вот коловада. Я считаю, что коловада — это на протяжении 15 лет лучший мировой продукт по очищению. Лучший. Смотрите, какая наша задача. Первое. Резюмирую все то, что я сказала. Первое. Мы никого не лечим. Слово «диагноз» мы убрали. Человек говорит, у меня гастрит, холецистит, панкреатит, аутоиммунный тиреоидит, системная красная волчанка, синдром Штейна-Левенталя, там прам-бам-бам-бам-бам-бам. Вы говорите, замечательно. Мы отступим с вами на 5 шагов назад. Вы говорите, я не занимаюсь диагнозом, я не врач. Мы уходим на здоровый организм. В здоровом организме должны качественно идти процессы. Кислород, вода, ферменты, бактерии, клетчатка, работа очистительных систем, соединительная ткань, кровь и питание. Все. Еще и гормоны развиты должны быть, да? Мы с вами будем балансировать эти процессы. А все остальное у вас, все ваши диагнозы сами потихонечку рассосутся. Человек говорит, а что делать? Первая программа — активный старт, старт здоровья, включает 6 процессов. Вторая программа — либо коловада, либо детокс. Детокс — шикарная программа. Либо эта программа, либо баночная. У вас 4 варианта. Любую выбирайте. Сразу спроси, голодать хочешь? Человек говорит, да. Все, без вопросов, коловато. Человек говорит, нет. Вы говорите, совсем легко хочешь или подольше? Или как? Совсем легко. Совсем легко — значит детокс. 4 продукта. Посерьезней — значит это. Очень многие люди говорят, но у меня нет денег. Я говорю, язык у тебя есть? Есть. А друзья у тебя есть? Ну да, есть. Я говорю, если у тебя нет ни денег, ни языка, ни друзей и ни работы, ну что-то в твоей жизни не так. Надо менять. Хотя бы друзья должны быть, правильно? Хотя бы желание. Желание у тебя есть помочь людям? Есть.